Названы автобусные маршруты, высвобожденные от многолетней армянской оккупации города и районы Азербайджана, которые откроют первыми. Как сообщили в Государственной службе автомобильного транспорта, на первом этапе откроются регулярные автобусные маршруты из Гянджи, Бейлагана и Евлаха в города Зангелан и Джабраил, а также в поселке Герадис, Суговушан и Талыш. Кроме того, по многочисленным просьбам пассажиров, на первом этапе откроется и автобусный маршрут в сердце Карабаха, город Шу. На втором этапе откроются автобусные маршруты в другие освобожденные города и районы, подчеркнули в службе.